Крепость Костанцо. Крепость была построена Костанцо Сфорца в период между 1474 и 1483 годами. Являлась одним из самых мощных фортифицированных сооружений города. Проект был начат инженером Джорджо Маркези да Сантиньяно. Впоследствии проект был передан архитектору Лучано Лорано. Договор 12 февраля 1479 года является последним документом, упоминающим имя архитектора, скончавшегося в том же году. После чего строительство продолжалось под руководством Керубино да Милано. На некоторое время работы были приостановлены из-за эпидемии чумы, бушующей в то время в Пезаро. 28 октября 1500 года город оказался под властью Чезаре Борджиа. Он объединил канал крепостного рва с водами Адриатического моря по совету военного инженера Леонардо. В 1503 году Джованни Сфорца вновь вернулся к власти и завершил работу по сооружению рва, начатую Борджиа. Он также полностью восстановил и отреставрировал всю резиденцию. Джованни умер в 1510 году, и замок перешел во владение его брата Галеаццо Франческо Мария делла Ровера в 1513 году. Здание подверглось дальнейшей реставрации в 1657 году после передачи полномочий герцогства папскому престолу. В 1864 здании крепости размещалась тюрьма вплоть до 1989 года. В настоящее время крепость принимает в своих стенах оперный фестиваль Россини.